Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Балтика вернулась в российскую премьер-лигу, но сегодня в соперниках Рубин. Сегодня в соперниках казанский клуб, с которым Балтика теперь бьется еще и за первое место. Сегодня и Балтика, и Рубин будут играть только на победу. Поехали! Ну и быстренько составы. Евгений Латышонок под первым номером. Сленко, Фомие, Зотов. Очень опасно. Клёнкин. Ведь пытаются казанцы прессинговать. И ведь удается у них мяч отобрать. Уридия. Опаснейший удар. Но не точный. Едва-едва Рубин не наказывает Балтику. Самошников. Самошников успевает сделать передачу. Кабутов. Очень опасно. Абшацев. Вот это да! Вот это да! Рубин забивает! В концовке первого тайма и стадион. Послушайте! Стадион сначала затих, а потом начинает гудеть. 1-0. 26. Никола Радмановац. Под номером 3 Кирилл Маляров. Самошников. И вот такой удар очень неприятный для голкипера Балтики. И еще один момент. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь Уриди за мяч цепляется. Итак. Спокойная реакция Рашиды Рахимова. Я думаю, что в душе, конечно, сейчас другие эмоции. Сегодня пока стандарты у Балтики не работают. Что здесь? Справляется Рубин. Добивание. Классное добивание. Штанга. Давайте еще раз посмотрим. Ну, ударище-то какое. Здесь и Дюпин не успевал реагировать. Мяч так из гущи игроков вылетал. Вот сейчас как раз Лисакович. И классная какая передача. Можно делать счет 2-0, но... Удар у Самошникова не выходит. Зотов. Ох, какая передача изумительная. 1-1 выход. И великолепно играет. Великолепно играет Евгений Латышонок. Просто спасает свою команду в такой момент, когда не так много времени и любой пропущенный гол — это практически приговор. Нет,